Не знаю. Возможно, тебе надо просто релогнуться хоть. Так, мне в танк, а что в спецспекциях? Он с чем Да. хилом у нас? Рабанара. А чем меня в ДД записали? Но он помог. Рабанара, да, тебя в танке записали. У нас 5 хилов. Но у меня есть хил, танк. Но танком я не танковал здесь ничего. Хули там танковать? Берешь, блин, да я ж хрен знаю. Хили с спеки, да? Давайте лока присумоним, пока наш лок. Ребята, а где делать цепочку на третий билд? Долорань. Долорань, да? А где она там? Ну, в интернете посмотреть, короче, да? Или что скажешь? Нет, да. После рейда покажем. Ага, короче, спасибо. Сову хочу. Рядом с Деликом на рыбалку. Чё там остальные ФК? Ага, спасибо. Короче... Увидишь, что там NPC. Я эти каски проздаю. Напротив аметистовой крепости, я только что короче, раздал. И там маг так. Такой белый. Квестовая цепочка делается полчаса где-то. Ну, потому что летать надо там много. Чё, мы так идем что ли? Да, 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 да мы убили. А, Гена Банай, у него там коспека есть, ебать. Да, в натуре, ну... Да вон 50 тысяч, нормально, нахуй, хватит, ебать. Да я даже камни не вставлял, ну, толком, дорогие. Да и нахуй эти камни, 45. Заебись, ебашим. Три моба не убьют тебя, блядь. Ну. Токены напала и на ханта анрол. Осуждаю. Да ебать, хотя бы два токена. Хотя надо. Бы три выпало бы, ебать. Я бы уже четыре с кнопкой бы на... Не, да выпали, заебал. Там по два их падает, шансы велики. Сейчас я еще у Вайда один токен спизжу. Ебать. Это только гульдак надо нажиться, и все. Вот найс. На третий спек. Ну да, я, у него все блин, два спека. Давай, короче, Карбонара держишь Киглера. Он и... держит, он держит троих, блять, а Хулидринг двоих, чего, блять? О, блять, Хулидринг сможет троих выдержать, а этот Мишка сможет двоих. Слепоглаза туда какой... на меня на пульт. Зачем двоих, нахуя, блять? У него ревностный, а Мишка сдохнет нахуй. Ты держишь короля и двух левых бичей, а Хулидринг крест и череп, блять. Бичи у меня череп. Два ревностных. Вот именно, блять. Блять, чё? Все синтек, блять, спокойно я захилю. Киглер и Слепоглазы, да? И короля. Да, левых вот этих троих пидоров без метки. А Хулидринг этих... В угол туда, где... Да, да, всего да. Деревяшки. Деревяшки в углу где? Да, 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 да. Кто-то да, дня ауру поставьте, иначе танка сложит нахуй. Слышу. Чё, все кроме 228 готовы? Чё, поехали. Москва, Люблина, работаем. Даю свой мощный напул. Как все пружинки отдашь, да, знаешь, да. Мусаку дам. Давайте на чиву сделаем. Бейте Олма его же собакой. Давай, ебаш его. Я так не помню, как еще же это делать с чива. Как он может убилиться от своей собаки. Под контроль локи берут собак. Да я заберу слепоглаза. Забери только короля. Сука, нахуй.
Лену откидывает. Пришли РБК, блять, почистить нахуй, да? На туре, нах. Заебал овцу превращать, нахуй. Смотрю только, блять, на Киглера выбираю, блять, Войда, блять, в кролика. Так он до этого меня превратил, блять. Я бабл скинул, нахуй, чтоб ты не сдох. Вот опять, блядь. Ебать. Короля можешь не забирать. Я понял, нахуй. Не адаптировался, паренек умер. А дизарм не судьба. Это что такое? Да. А квест вы всем раздали? Какой? Вертушка. 20 секунд, смотри. На страже зарота. У меня только Оня не убита. Все остальное убито. Уже год висит, наверное. Или полтора. Сейчас ходим и коню. Не, надо еще ГМ. Ребята, а в СК часто анкерашки жук падает? Нет. Бывает. Не, сейчас. Ну как? Средняя. Ну я сколько ходил? Процентов 30 где-то так. Сколько ходил, я дважды его всего. Не, больше, меньше, точнее 30. Да, я купил его на, ну мы ходили в АКшку, я тебе взял рука там чувака. Хорош. Делать приквест от черного керамического танка. Ага. Там его неделю делаешь и все. Он его там делать, да? Ну там не сложно его делать. О, там, напало там есть нахуй. О. О, ебать. Плечо мне. Так, вот это плечо, ебать. Ебать, вы что, уже бьете? Уже да. Убили. Охуеть, а я думал, вы, блядь, будете добирать. Вы сказали, добирать что-то. Нахуй добирать, мы, блядь, так все убьем. Ладно. Пизда, еще два токена осталось. Тупо штаны, грудак и пиздец, я топ нахуй. А че вы, сейчас где вообще нахуй? Королей убили. Кстати, надо кому-то. Блять, пати, вернее. Да мы, у нас бой. Animal play. Вот сейчас до груля дойдем. Animal play, и вот еще вот такая вот. Ящера пиздит моб. Громила из логова. Потому что ящер сильный, блять, ящер танчит. А, он мне не нужен, ебать. Не надо. Ебать. Пиздец. Шукать, тебе не надо, у тебя есть что-то получше? Так это кожа же. Ах, у меня кожа. Справедливо. Че, танки есть, нет? А, все, пиздашь? Сори, танков нету, они просто это спят. Че вы лежите, отдыхаете, чилите? Тут бежать 2 секунды. Ебать, Синтек, смотри, ДПС улетает нахуй в потолок. Вот к этому ты и должен стремиться, Рогу обогнал. Ебать, а? Я видал? Хочу так же тебе нахуй, я хочу так же. Кстати, БМ же хорошо допоясят, скоро занят. Хорошо допоясят, блядь. Их не занерфят никогда, это же, блядь. Они ж по факту нихуя не допоясят. Это он сейчас скажет, что он много дал. А на деле-то... А, по 30-ки ханты это нормально. Ну, да. Чаржишь меня? Он в какой-то момент в потолок уперется и все, ебать, больше не сможет дать больше. Там такие ханты, наверное, они ротацию нормально жмут, ты понимаешь, за свой класс, блядь, что вперед, что назад. Да, значит, надо брать ящера, потому что он дамажит больше, чем собака. А что там ящер, какие он там косты используют?
Укус. Он там скорость атаки накидывает. Атаки, его поэтому и это дает. Он, смотри, 17 тысяч 3 моба, ну пиздец. 250. Они же сегодня писали, что новый сезон, да, вроде? На этом, на арене? По идее, должен, да. Ну да, значит, и нерфы должны да. быть. А же после 6 топа. А, веселье будет вечером, да? Ну, они же обычно любят обнову так. Часов 6 по МСК. Ну хотя бы новость, блядь, кинули, чё вкинули, чё. Ебать, но если не занешь это ханта, когда я решил сделать ханта, ну это будет грустно, конечно. Да, я хочу тут сильнее нерфить. Тут надо будет да, дать... Самый неграбельный класс. Дать время Мишке на Агрона, да? И чтобы он первый начал. Не видел, чтоб на форуме кто-то жаловался. Да сейчас как обычно, блядь, кого-то апнут, кого-то не занерфят. Занерфит 100%, поэтому ШП неиграбельный класс. Я надеюсь, что они сделают монет, что добавят воронки, ебать. А то я монетки хочу потратить. ШПшников наоборот сейчас трогать не надо, они нормально. Где Селимов? Пофиксит и все, и с кайфом будет. Ну да, Семаглет, пофиксит в плане, что им просто агро уберут с ледяного шока, поменьше сделают хотя бы. Ну, это вообще. Надо вести одно крайне. Суманите, надо, чтобы Мишка первый танчил, слышно, нет? Надо. Хотя, может, ничего они не будут нерфить, тогда ну, следующий. Он агрони наберет, попадают милики, будем бить нахуй полгода и сдохнем нахуй. Потому... Что, на карбонару? Ну, да, на пулевой на карбонару. Потому что он не наберет, когда босс по его бить не будет, он не наберет агро. Надо, чтобы босс его бил. Сколько, 3 стака и заберет он или как там? Никакие не стаки, это просто МТ. Не. Топа безобидный швалафа да. Пуливает на карбонару. Я если что буду говорить, у кого какой агро, чтоб это по на пулу по-другому будет. Да, а сальвы это... будем слова раздавать. Чё, поехали. Поехали, пацаны. Слушай, а вот агро от моего пета, оно передается также по направлению? Тебе надо вторым быть, Холидрин, то там вара будет разъебывать. Безобидно. А, чё? А вот я перенаправление использую. Агро, которое пет регенерирует. По 228 сейчас дам. А я вот хрен его знаю. Не надо по нему, и по нему не будет атака проходить. А, там? Да, РДД. Только по мини. А, все, я обогнул. Там не должно быть проблем. Тут на секундочку рейндж надо набирать. Блин. Блять, уже пол хп снесли, нахуй. Карбонара, догоняй. Ча, на пул там как раз полетел. А он уже хуй догонит, на. А на пол не отдает, увидит что-то? А может и догонит. Он хуй не дает. Ну, там и продукт с хули с ВХ, нахуй. Продукт с ВХ? Уже с ВХ? Идет. Читер. Нет у него ничего, он убан. ОГП за бан. Токен забираем, короче, за наебку, да? Да, введение в заблуждение, верни токен. Ча, бля, выпадет 2 напала, нахуй, охуеете, блядь? Я охуею, да. И не выпадет напала 2, сейчас будет просто 2 налока и все. 2 напала, нахуй. 2 налока. 2 напала. Да-да-да, один на приста, блин, груда хочу выпадет сейчас. А, я вот так же с этого падаю, точно. Ой, мама кончилась. Помню, когда открыли эй, этого босса, я, блядь, Мишкой танчил 20 стаков, нахуй. Да-да, помню такую херню. Сейчас 5 стаков, блядь. 25 стаков?
Че, выживаем, что ли? Выживаем. Да. Ебать, столько кнопок нажал нахуй, и 80 тысяч всего нахуй, сука. Да, похуй. Так а тут нехуй хилить. Просто тут урон не проходит большой. А так тебе надо омоложение, восстановление, просто на танке бежать и все. Много маны не тратить. Ты, у тебя будет хпс там, где это... Как он называется нахуй? Урон по рейду идет. Где постоянно урон, ну? Опа, штаны напало. Ебать на это, нихуя не упало. Ластовый кусок остался нахуй, просто, бля, грубо. Где получается, на анходика что ли? О, дайте трофей. Или нет, блядь. У кого? На ханта. А чё, он часто прокает? Я тоже хочу. Не, тогда нахуй надо всё. Там же до капу собирается. А, это... есть шатрат маги. Это пошли там с шатрата да полетим. Полчаса. Да, поставь упор. Успеем. Ладно, похуй. Этому отдайте лучше тогда, блядь. Ну, я не могу. Нищему 252-му, который 5000 дает. Ебать. Animal, тебе надо? Да. Хуй с тобой. А что-то это, Рокстед ТГшки и вот Триня 264 за УДшки, это так-то неплохая. Ну, вместе если идут, то вполне неплохо там хоста везде. Силы атаки, все, что надо, короче, так. Ага, маг поставил портал, съебался. Хорош. Да-да-да, я тоже обратил внимание. Ну все, мы сидим, ждем. Че, ребят, если до руля подскажете, что танком, ну... Что подделать или что, чтобы разогнать дамагу? Я камни так... в здоровье, ебать. Да это-то ладно, а дамагу-то как набрать, я хер знает. Дамагу? Я... Блять, я бью, чем я бью? Вешаю 5 растерзать, увечьем херачу и лапой обычной, которую я на этом, блядь, трёпкой. А у тебя макрос записан, чтобы у тебя в автоатаку всегда вот эта хуйня давалась? Какая? Трёпка и увечья, которая? Нет, не увечья, а этот... Одиночная атака какая? Вот, вот эта трёпка, ты ее можешь вписать в любое заклинание, потому что трёпка, она от каждой автоматической атаки срабатывает. Так что трёпку не обязательно жать, ты можешь ее в макросы расписать. А так, да, тебе надо жать увечья, больше всего тебе агра дает. Ну и растерзать. Если много урона проносится, ты можешь еще рычать, чтобы это меньше било тебя. В увечья, в размах, вот во все эти скиллы, абсолютно во все идет трёпка. Причем рычать надо в микрофон. Рычал такой, блядь, ДПС снизился. А, давай. Ты прокинь Войда тогда на роботе, нахуй. Время восстановления залпа ускоряется на 1 процент за каждый процент рейтинга скорости, повышается на 2, а урон повышается на 2 за каждый процент скорости. Ну, надо еще перчатки и плащ чарить, как я понял, да, на агро? Да, и спину. Ну, плащ. Ну да, плащ, да, это. И. Есть смысл треньку с Толгорода, с этого, с Харидона или Марит, как вот? Мумком это кто, нахуй? Наригорна. Всем сохранительный баф. Есть. Для начала есть как бы смысл, потому что лишние только там, ну, 1005-6 на хп, это прям очень нормально. Но она нормальная трения, я имею в виду зарядить ее. Она за... нормальная, она хорошая. Не, я сам с ней бегал одно время, и сейчас тоже бегаю. То есть на некоторых боссах, где у тебя вначале хп очень мало. Мумсом, ты в Дисе, нет? Алло. Это Мумкам. И один раз, да, баб? Кто это, ебать? Да. Хули заметка пустая. Так я говорю, побегите по заметкам всем, вы просто это, ничего не пишете. Так а хули, а кто это? Имя спека, я ему сейчас скажу. Имя спека. Кто ты, воин? Вот ты, Мумкам. Ну, у тебя на 40 секунд выносливость возрастает на 790. Да, или, да, ну, да, да, там жир хороший там, да. Да, то есть для Мишки это прям очень сильно, потому что если. Сэр, да, Холик. Он сбоку почта стоит. Войд. А чё, шкаф не поставить или чё, блядь? Войд, Серга, Дестер. Дестрикт. Кто я сейчас запишу? Дестрикт.
Серго Дестер. А сегодня ЦЛК 25-ка или 10-ку вы сегодня идете? 25-ка. Мы же в 10-ке будем. Да, 10-ку в календаре не пишут. А, я понял. Просто, блин, мне на работу 8. Походим, не так, теперь мне надо кастовать зал, да? Ебать. Воет, воет. А что это за 875 ИП? Этот, как он, вклад? Почему вклад теперь дает 875? Ну, ну подумай, 500. Давай логику включи. Был сброс. Дальше сам догадайся. Я понял, понял. А сброс 25%, там 750 надо было. А, да? Подожди. Нет, нет, математика, он все правильно. Все на правильно этом дал. КД 500, а на том КД, если 500 срезать с 500... 25%, то понял, будет 375. Понял, 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 понял. Дэдсай, диспляйте, чему здесь? Тут опасно же, тут надо выжить. Кошечки, не хочу. Живи, Ханс, тут. Ебать, ДПС-МК, охуеть. Ауф, 19. Да, я так там мощно ломается, ё-моё. Я не ожидал, что столько будет. Я в паладине, блядь, в лучшие годы так еле-еле выдавал. Блядь, думаю, чё стрелять не могу. Стрелы кончились. Ёбаный ты хант. Ты на стрелах живёшь, я поделюсь. Походу целый инт сбегаешь, нихуя не делаешь там, блядь. Лук с тетиву просто натягивает. Он такой, на пол даю, да? Где ты, охотник? Стой. Слышь, я вчера играл в Uncharted, нахуй, прикинь. И, короче, там была сцена, ну, на грузовике что-то меня тащит. Я, короче, ну, не понял, что, ну, подтягивается по веревке, по канату. Я такой, меня по грязи тянут, нахуй. Я хуярю, короче. И прикинь, блядь, у меня, ну, со ствола стреляю в типов, блядь, они в машине едут. Я хуярю по ним. И, короче, у меня патроны кончились, нахуй. Я просто, блядь, еду, думаю, ёбано, чё за игра, нахуй. Я просто щелкаю, блядь, на курок, нахуй. Это пизда, ну, нихуя, ёбаный в рот, чё за дичь, нахуй. Потом понял, ну, подтянуться, это, по канату полез, в машину залез, и там уже стволы лежат, блядь. Спрыгивал с машин, там, умирал, нахуй, пиздец. Ну, прикольная игруха. Не, Far Cry 3 прикольная игруха. Вот это да. Far Cry я хуй знает. Но, когда ты в челиков с гранатомета просто мочишь, это прям нечто. А ты на Far Cry 3 убивал акулу с ракетницы? Я вообще вот, не играл, я убивал. Уж не помню, блин. Зря. Первый Far Cry, как бы второй такие, знаешь, ну... Они вообще не зашли мне. Третий понравился больше. Хуридрин где? Чё он там побежал? Ов собираю, которых убросили. Так, зачем? Так их они же так собирались. Они же сами придут. Да, если сагрить это и, ну, заводить, то они же сами прибегают. Ну, один не решил не идти. Потому что бежал к тебе. Не, он там тупо стоял. Ну, еще раз позаводили. Это ну, тоже с кем-то пошел там в ГМ-ку и забыли убить твоих. И получается, бьем этих четверцев, и просто двое прибегают сверху пиздец давать. А чё, кто у нас будет стоять на нет? Мы поставим лоу ДПСчик или адекватных? Это иногда разные лица, блядь. Warframer звёздочку ставим, обязательно. Блядь, соболезную пацан. Давай, Синтек там раскидывай людей, кто на ком. Кто на ком будет стоять? Чё, Мишка, потанчишь? Еще два. Да давай попробую, ты скажи, что делать здесь. Я на треугольнике буду. Сейчас я тебе покажу. Держать давай не это... будем, сразу отпускать. Без обиды, что давай на Луну, я оттуда еще пойду. Вот, я на себя череп поставил, пошли со мной, покажи. Че ты там за метки ставишь? Я другие на пол поставил метки. Че ты за хуйню ты сделал? Вот, отсюда ловишь его, вот так
Ведёшь. Чифтек, нахуй, алло, блядь. И упираешь. Нет, перестанет. Это чтоб не откидывал, да? Ну да. Хорошо. Похуй, а мне куда получается на звезду? Ты на звезду вставай, самое это. И я на звезду. Это отправишь, как что-нибудь покупать. Мишка, сюда иди, Мишка. Сейчас, крест. Мамоп, крест дальше. Это кружок, нахуй. Мишка, сюда иди, Мишка. Куда? Ромб. Ой. Давайте, пацаны, лучший трай выдаем. Потеем 2 минуты, ебать, и расходимся вот по домам. Отсюда назад, нахуй, до конца иди, вот так, нахуй. Сейчас бы попотели, если бы я праведно не выключил. Там мой токен. Там мой посох лежит. Мне похуй, я посох хочу. Поставьте сейчас. Давайте его суманим. А, он вон стоит. Все, понял. Лава, ауру, вы на свет выключи. Не, а продукт списал там минуту АФК. Ну что, подождем тогда? А мы иконе-то что, 25-ку заломаем? Слушай, я был плей. Я тут. Или можем 2 по 10. Можем 25-ку сгонять, чтобы все полутали на страже. Давайте будет. Сгоняем, давайте. Давай. Бичей возьмем с собой, там люди какие-нибудь, не знаю. Только нормальных бичей. Куда? Да лучше десятка, нахуй, я ебал эту 25-ку. Это людей надо... Ой, да там давай 25-ку. Там раз, два, вообще изи. Смотри, выпадет тебе, скажем, это утешение, тебе выпадет на шамана, или там, не знаю, воля. И это что там есть у нас? Ну это ж не ВК, ходи, убьем. Воля с ИК. Да, воля с ИК. Ну как там, череп этот, как он называется? Я забыл, как называется. Выбор. Выбор, да. Плюс пока ходили, еще в гильдии кто-нибудь согласился. Конечно. Тут люди, что, только пол пятого. Можно еще зооманс ходить, 25-шку принести, там что-то у нас. Да, в Кару третьим комплектом сгонять. Да. Вот, в Кару мне на шамана токены нужны как раз. Печи вы там собрали. Максу этого будем одеть. Ну там мага ждем. Ну, то мне начало. Поставьте 20. Или что, давайте потом его суманем, тогда успеем, мы сейчас зальем. Похуй, погнали, короче. А вы что, медведь, вернись к нам. Мишка, сейчас эти... Полидрин, карбонара, блин. Да-да, я знаю, да, там эти. Мобов. Спасибо. Все, можем пулять. А что, декатно, да? Поставить. О, все, суманул. Там, если что, подойдет. Вон он, блядь. Да. Иди сюда. Давайте, быстрее, алло, на пулы, блядь. Уже пошли, блядь. Чё, хуярь? Блядь. Алло, ебать. Касты кикки, блядь. Это вот взрывайте скорее. ДПС мутится. Да. Гим сдам. Я 7, блядь. Чуть не отъехал. Прилично бьют. Ну если касты, конечно, не сбивать, конечно, тебе взлетит в лицо на пол. Так я тут. Привет. А, я думаю, что тебя с нами-то нету, блин. Вон что она. Давайте второй ГМО пойдем, блядь, вон там токены надо этому шелфиру. Мне еще час есть. А ты на РТ будешь? А, да, буду на РТ. Вот тут сюда, ну, Мишка, карбонара, его поставишь и все, понял? Вот, где я прыгаю. Да, мне показали, я да. На пол только кинь. Кину. Там это... Блин, гоните как это, секунд 10 будет до пула. Мы даже не полным составом выносим эту херню, не сильно напрягаясь. Потому да что, как хули все овергирные. Овергирные. Почему я? Я актуал, по идее. Мне можно что-нибудь даже свистнуть отсюда. Ну да. Если AirDrop, то там... Ну, такая, ну, нормальная, в принципе, тринка при отсутствии остальных. Было бы очень забавно, если бы у Селедона и Груля было по... Сколько там у них? По 80, по 60 миллионов, да, было хп изначально? Бля, Зренегата обязательно прокачивать был, да. Профу в Долоране? Почему?
Или у них там есть своя свое место, где можно. Там, если что, у босса есть рассекающий. Нет, так, чисто для справки, нахуй, вас может разъебать, блядь. Легко правее путь, а за босса спасать надо, нормально спасать. Да-да-да, ты немного в бок его сейчас ставишь. То есть, чтобы он боком стоял к остальному рейду. Иначе сейчас клеванет и пизда. Там нету своего места, слышишь? Да, ну, и сейчас заводи, и все его туда. Когда там этот, блядь, будет? Вспышка, 20 секунд? 15 секунд. Ну да. Чё-то ДПС нихуя не вырос, блядь, меня наебали. 5 секунд. Отмите, там. Оу май. Отпустили, 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 отпустили. Отпускайте, ну. Не бомбрите. Да, на хп смотрю, там, фул был. А ты как в геле, короче, бахай, просто подошел, нажал, отпустил, все. Главное, чтоб 5 лучей попало, уже потом только отпускать. Следующий после отпитки будет, да? Угу. Ну да. Ну, если только мы не успеем привести его. Хотя, может, Геру дадим? Чё, хули мы кубичи? У нас шамана есть? Давай, Геру. Давай, Геру. Рано. Подождите, давай пока. Я скажу, когда Геру. Все, я понял, ты на паладине же пошел. Где наши шаманы все? Ну, я сейчас на следующий рейд зайду тогда, блядь, там дам Геру. Сейчас можно Геру, давай. Давай, Геру, мордаун. Бля, что за хуйня? Геру, бля. Где Гера, блядь? Да. А барабаны, они как Гера считаются, да? Нажмите, ну. Нажмите? Ну ты же трусы, где трусы кто-то? Нажали, кто кружок, ебать? Мордан. Вроде трусы не нажали. Бичи, блядь, я нажал так-то. Кружок не нажал. Бичи, а вы что делаете, нахуй? Или отпустили, или что вы делаете, блядь? 5 человек должны... Меня кинуло на середину. Какая середина, блядь, ёбаный в рот, позор, нахуй. Пиздец. Стойте возле кубов, ебать. Какая ещё середина, блядь. А всё, блядь, вы в интернете уже, нахуй, на всю жизнь, нахуй. Опять что ли снимаю там на камеру? 13 минут, давайте, не ебланите, нахуй. 13 минут. Сейчас будет ребут, нахуй. Сейчас какую-то херню запилят. Этой Вайши. Ну и нет, Вайши это там. Это на ней моб же какой-то там. А могут и выкатить этот сезон. И сезон. А нет, каждый день, сука, в это время. Вот 11:00, либо 12:00, вот время. Вот админ проснулся. Я а чё? После утренней сегодня 19-е. А, короче, нет, после этого ребута будет Леди Вайш уменьшит здоровье на 17% и Странник резервуара Кривого Клика. Да, там спасибо, вот это... блядь, мы это все уже читали. Ну, может, шкаф поставим, ну, блядь. Я не читал. Вот, видишь, я помог человеку. Animal Play. Мне, честно, вообще настолько пофиг на эту информацию. Ооо, блядь, все, шкаф. О, Ракшей. Сумоньте, 12 минут, блядь. Рибус-то. Сейчас еще один шкаф придет. Давай, жми шкаф. Не с тобой. Да баг где-то. Ну тыкните шкаф, алло, блядь, вы че? А там две рыбы богатые, да? Тыкайте, блядь, ну. А Рокшейн это кто? Это вчерашний новичок тоже, дайте ему этот, Валера Хпал. Заметку. Сейчас, после рейда дадим. Бля. Лок в тильте. Оливий, иди хоть поешь. Шкаф сломался, все пиздец. Лапку дал, видели? Все, запускайте. Брат. Бонком, живи. А у тебя сколько хосты на конте? Ну сейчас показывает 519.
А залп у тебя сколько откат? Ну оно, смотри, ты когда эти накастовываешь, у тебя можно, короче, яд кастануть и следом сразу залп. Яд, залп. Вот я сейчас по толпе бью, я яд нажал, залп, яд, залп. Не, у меня пока 2-4 минуты. Ну сколько у тебя КД у залпа? Или у тебя нету КД у залпа? 5-4, но оно же зависит от... У меня 5. А сколько? Вот, 4-68, 4-5. У меня 500 хосты, у тебя? 859 уже. Да, она же дракона накастовывается от этого динозавра сраного. У тебя 800 хосты, а зал 5 секунд. Не, подожди, уже 519, там какой-то бафчик слетел. ДБМ забагался. Вот сейчас 5-7 секунд. Эти бафы, эти. А сейчас все разбафал. 5-49 секунд идет. Потом под эти, под КДшками, у тебя, короче, мастер, выходит... скинешь за 3 секунды. У меня пола. Просто, понимаешь, даже символа нет, а уже 5 секунд. Это вообще хрень полнейшая. То есть у тебя хоста идет на сраного динозавра, я так понял, на ящера. У тебя ящер начинает кусать, и по итогу выходит, что откат залпа слетает. То есть 3 раза куснул, залп слетел. Секунда. Ну, Агрега, Агрега. Как сорвать успел? Я поставил. Я думаю, это из-за того, что я ворген, потому что у меня 3. Ты проведи его, блять, вот сюда. Вот сюда поставь, блять, встань жопой своей вот сюда. Вот. И еще немного. Точка скарный 40 секунд. Блять, это проведи его еще. Еще проведи туда, нахуй, и вернись в тот угол. А то я нахуй вместо куба хвост нажму, нахуй, и будем вайпаться, нахуй. Все, пиздец, вернись куда-нибудь там. О, блядь, вспышку сквер не показывает, сколько там? 20 секунд, я поношу. Вы слышали, если шо, кто виноват в вайп? А вайп. Мне уже нормально, уже не закрывает. Сколько там? Ну смотрите на босса, каст начнется, то нажмем. А, заебись. Хули. Стойте возле кубов. 5 секунд, зашли на кубы. О нет, я не успею. Секунда. Прям открой, открой. Давайте Геру нах. Геру. Синтекс, сука, Гера, блядь. Что за хуйня? Какая сальва еще? А, дочь, что ли, нахуй? А. Блин, оф, я нашлись, блин. Я-то не зря не знал, что тут шамана нету. Шаман дрочит, походу. Ну, ты же, заебал, нахуй, шаман. Блядь, я больше сам никуда не боит, хуй. Играть не умеет, нахуй. Заебал, блядь. Геру тебя вытащил на панель, нахуй. Не знаю, что такое Гера, блядь, пидор, нахуй. Да кто это такой, этот ваш Гера? Гера. Гера из Риви, ведьмак, нахуй. Да. В смысле, ГП, не планирую, нахуй. Почему я 20 секунд тогда? Сколько секунд, блядь? Нет, да, после, блядь, отсидки будет. После отсидки будет второй, нахуй. А, я понял, получается, у меня ДБМ вырвался более-менее. Сейчас проверим. 7 минут, да, будет. Вот откидывает, сейчас будет уже. 5 секунд. Ну-ка, сейчас проверим. Вот сейчас будет. Готовимся. А. Заходим. Каст. Нажимаем. Ну, алло, ёбаный в рот. Все, уходим. Чё за паника? Все нормально, все хорошо. Что там, блядь, нас вайпнуть решил? Я в тот раз за двух персов, блядь, здесь одним ДПСил, вторым хейти нажимал. Да, это я помню, Биг Дэм пошел своей этой инсикой и своим магом. Мастер Круз, знаете кто-нибудь? Интересно, отражалка проканает? Да, и короче, Биг Дэм пошел этим паладином, пошел магом. И челиков, штук на 6, возмущались в рейде, что главное не те, кто претендует на токены, такие же, как он, возмущались. А что типа маг это не ДПСит? Не ДПС, вообще ни одного урона не нанес, короче. Да, вообще не ДПС, типа это, а токены будут роли. Причем возмущались паладины, разбойники, а ДК с локами, а хантами вообще молчали. В итоге он взял, зашел на мага, что-то подпсил, миллион нанес, и все, и встал. Че, вроде сейчас еще будет, да, один? Нет, 20 секунд еще. Успеваем, да. Вроде.
Ну, если что, готовимся, возле кубов стоим, а то кто знает. Не, мы успеем. Похуй, ебать, все или ничего. 5 секунд. На сильного. Да, мы успели. На мужика. На мужика, во. Хорош, хорош, хорош. Глаз, сука, есть, Макс? О. Сука, тварь, где мой токен, нахуй? Фидерсия, блядь. Чё за хуйня синтек, нахуй? Где воин жрец друид, я же говорил, мне нужен этот. Ёбаный покос, нахуй. Синтек, что да, за, блядь, за подстава, мне... блядь? Грудак не нужен, нахуй, этот. Кто-то давай, идет, меняй синтек, вот этот, грудак, декан, на палубу. О, за Глефу драться будем. Пиздец. Голову дайте, пожалуйста, если никому не нужно. Кринж, нахуй. И сумку, сука, порой. Гессанит.